Друзья, привет! У нас совсем на поле все раскисло. Мост сломанный стоит. С трактором пытаемся тут что-то возить. А именно корни. По-хорошему осталось тут дня на два работы. Но поле настолько раскисло. 7 градусов было утром. В общем, загрузили один рейс, и всю дорогу до отвала я трактор толкал. Позвонили бригадиру, в общем, сказал сворачиваться, потому что невозможно перемещаться по полю. Трактор пустой, сейчас я вам покажу. Трактор пустой, он буксует. Вода стоит на поле. Закину сейчас вот эти палочки. Бревна тут осталось от лесорубов. И поедем, наверное, в стойло. Я не знаю, когда там будут морозы. На следующей неделе. Хотелось бы уже, конечно, доделать это поле несчастное. 20 гектар, но не позволяет погода. И на другом поле, где Ваня, напарник мой, работает, там тоже то же самое. Чтобы не перецепляться, Миша, трактористу, на лесовозный прицеп уже закидаю в этот. Все равно по пути. Вот такая вот зима калининградская. И каждый год такая ерунда. Никакого праздничного настроения, честно говоря, нет новогоднего. Да, вот так вот одного борта нет, но специально, потому что боковая выгрузка у телеги. Загружу как-нибудь. Жалко оставлять. Люди старались, пилили по 6 метров. Типа Татры, не знаю, можно было попробовать довозить уже. Или бульдозером просто столкать расстояние, не знаю, метров. Дальняя куча метров 150, я не знаю, какие могут быть варианты доделать это поле.
заказчику уже пахать надо. То стояли морозы, все, поле колом было. Все эти колеи замерзли, скакали тут. Выламывали то ступицы, то траки. А сейчас все раскисло. Я не знаю, что лучше. То ли мороз, то ли не мороз. Миша, а длинную вот эту нераспиленную сломать ее может или что, ее выкинуть? Ты можешь сломать на 6 метров, блядь, потому что Дима пилу увез. Не, ну если я могу ее туда к вагончику оттарабанить, там два кусочка может получится с нее. Нахуй, ты толкать ее в лес куда-нибудь, или на кучу, блядь, положить, и все. Вот так вот. Херня полная. Бля, хамуха. Вчера колесо вон у телеги пробили на переднем мосту. Где-то еще железки тут на поле. Боковой порез. В общем, что тут на этом поле только. Ну, лес стоял. Что тут до этого времени было, непонятно. Видно, что железо порезало. Искали, ну не нашли ничего такого подозрительного. Земле. Камней тоже много, но мы камни, те, которые большие и мимо зубьев, мимо клыков не проваливаются, мы стараемся их собирать, а совсем маленькие их невозможно, только подборщиком или вручную. Телегу уже большую. У заказчика есть. Тогда еще можно что-то сделать. В таких условиях. Заколебало. Отъедь чуть вперед, Миша.
Все, что можно, уже выломали, сломали на этом поле. Какое-то несчастное поле. Один экскаватор еще более-менее живой. Хотя уже давно напрашивается. Блядь, да что такое? Ну, палки, блядь, а? Ее нахуй вообще, блядь, и выкинет туда, блядь, и все. Пизду. Все, наверное, Миш, езжай, только не гони сильно, не растряси палки. А, вон еще одна, подожди. Я положи и ляпку грязи, блядь, как раз сюда немножко компонул, блядь, и ляпку такую грязь, блядь, чтобы они не свалились, блядь. А то будут собирать после напора. Чего грязи тут полно. Застопорим, чтобы не укатились. Пойдет? Ну что, не звонил он, ничего не сказал? Я не звонил, но ты что, пока, наверное, пока тут побудь, что там, может поделать, что есть. А я поеду прогонщик, пускай решают, что делать. Да, я поеду, там еще вон, надо возле озера подкидать. Ну, тоже там, ну, пару часов и все, наверное, до обеда. Вот так. Ладно, поеду, надо возле озера отвал скуртовать, отвал корней. Уже, наверное, больше не будем возить. Все, ребят, вот так вот у нас день проходит. Что не день, то приключения.